Друзья, вы на канале Астрора, и в этом видео мы с вами поговорим о предметах и вещах на кухне, которые необходимо срочно выбросить. Дело в том, что именно эти вещи притягивают нищету, безденежье и проблемы в вашу жизнь. Помните о том, что кухня – это не просто сердце дома, где все собираются обсуждать какие-то свои вопросы и так далее. Это и сакральное место, от которого зависит и благополучие всей семьи. Дело в том, что многие предметы и вещи хранятся, как правило, на кухне. И есть вещи, которые накапливают в себе энергетику и могут притягивать беды и различные беды. Какие же вещи вам нужно выбросить с вашей кухни? Во-первых, банки и бутылки. Помните о том, что пустые банки, пустые бутылки, они вас изначально уже программируют на бедность и другие проблемы. Поэтому, если вы храните банки для закаток, и они уже пустые, потому что вы уже съели то, что было в банке, в таком случае нужно от них избавляться. Конечно, выбрасывать их – это дорогое удовольствие, но для этого у нас с вами есть подсобные помещения, у нас с вами есть дача, у нас с вами есть гараж. Относите туда и забывайте. Также ни в коем случае на кухне не должна быть и треснутая посуда. Дело в том, что есть, что пить и есть из посуды с трещинами и сколами нельзя. И дело в том, что таким образом такая посуда, она притягивает вот этот весь негатив и проблемы. Далее мусор. Помните о том, что накопившийся мусор сразу стоит же выносить. И это нужно делать до захода солнца. Потому что все то, те отходы, которые мы бросаем в мусорку, они привлекают в дом бедность, разрушение, а неприятный запах из мусорки еще и отрицательно сказывается на вашем доме или квартире. Также нужно и избавляться от цветов, но именно от тех цветов, которые уже не приносят вам радость, не приносят вам какое-то эстетическое удовольствие. Это же сухие гербарии, это любые засушенные цветы. Это не место в вашем доме. Помните об этом, и обязательно тогда в вашем доме всегда будет и изобилие, и достаток, и благополучие.